Жив-был город. Мои вітанні, з вами Аляна Давидова і некалькі хвилін про самые цікавые, магчыма, малавядомые життя наших вёсак і городов Шклоў. Один з самых популярных, якія часто наведваюць турысты. Сярод найбольш вядомых славутасці гэтага старадаўняга города будынак синагогі, узведзены ў другой палове 17-го стагоддзя ратуша Шклова, стагоддзя 18-го, будынак адміністрацыі папяровай фабрыкі 1898-го, Римско-католицький костел святых Петра и Павла, означает наш хит, навыковый супрацовник мясцовага музея Ирина Гапеева. Костел построен он был в Шклове в 40-е годы 19 века на месте, где когда-то был театр Зорича. Так случилось. Потом эти земли принадлежали шкловчанину Цуката, а его жена Мария Цуката продала эти земли католической епархии. И вот в 40-е годы 19 века был построен костел святых Петра и Павла. Выстроен он был в стиле эклектики. Здесь даже был орган. Костел існаваў до Великой Чины войны. Пасля яе выкарыстоўваўся як збожжа сховішча, кінотэатр. И только у пачатку 1990-х на яго звернули увагу. Провели реконструкцию и открыли для прыхаджан. Что цікава, храм знаходится на улице Ленинской. Еще один сакральный помнік – Спасо-Преображенская церква на параллельной Советской. Мы с вами сейчас находимся на церковной дворе нашей Спасо-Преображенской церкви. Здесь вот такой небольшой музей под открытым небом крестов, которые найдены были в округе Шкловщины и снесены вот сюда на церковный двор. А послужила началом находка каменного креста в 2002 году в таком населенном пункте, как Ржавцы. Когда его изучали, не могли сначала соотнести, к чему этот крест относится, потому что на нем были символы княжеской власти, трезубец, на нем был и символ христианской религии, то есть крест, и сам он был из камня, сделан в виде креста. Датировка 14-16 век. Гэтым крыжам шматлікія цікавіліся і нават пагранічныя і мытныя службы. Потому что якобы вот по Днепру, левобережье Днепру, там, где находились Ржавцы, проходила граница Шкловщины в какое-то время, даже вот если брать 14 век. Потом, раз трезубец, значит, может быть связано с захоронением какого-то известного князя. Как-то решением властей районных и, наверное, при участии нашей Спасо-Преображенской церкви крест был установлен на церковном дворе. А сам храм, які спалучае ў сабе псеўдавізантыйскі стыль і мадэрн, з'явіўся ў горадзе ў 1905-м. Ён заставаўся дзеючым і падчас вайны, і ў гады рэлігійных ганенняў. У 93-м царкву чакала рэстаўрацыя, прайшла яна паспяхова. Зараз Спасо-Преображэнскі храм адкрыты для вернікаў. Да таго ж, прыцягвае ўсіх, каму цікавая архітэктура і гісторыя Беларусі. Пакуль усё. Заўтра ў такі ж час зноўку завітаем у Шклоў. Пазнаёмімся з помнікам 18-го стагоддзя шыкоўнай ратушай. До сустрэчы. Жыў быў горад.